Я с утра проснулась от звука пилы. Что думаете, делает мой драгоценный муж? А он пилит наворованные бревна. А я, видите, еще в тапочках. И в своей пижаме. А он у меня уже с утра. О, что делает? Винюша! Good morning! Он что, девочку-то хоть нам не сломай. Да, здесь много очень бревен уже таких сгнивших. Вообще надо, конечно, здесь все весной будет убирать, мыть. На улице у нас уже тепло. Видите, Винсент у меня в одной футболке. Было очень холодно, но уже потеплело. Все у нас тут здорово, все отлично. Ну, вот так. Я вот так вот выгляжу, видите, все в этих штанах. Ой, ой, как шумно. Да еще с самого-то утра такой шум. Ой, не хочу. Вот у нас так выглядит диван с утра. Потому что вечером мы смотрим телевизор. На нем мы засыпаем. У меня, кстати, вот белье надо сегодня гладить. На нем мы засыпаем и вот так вот оставляем. Вот он наш любимый профессор Тота, который мы смотрим. Его смотрим мы каждый день. Он все время вам расскажет, что, чего, к чему. Те, кто по-английски. Хороший дядечка очень. Ну что, домой идет? Вот. А? My gloves were on that table. Yeah, they in the garage. Can you please get them? I can. Certainly I can. Где у меня? Говорит, где мои перчатки, которые лежали на столе? Вот они, голубчики. Вот. Так. А вон доктор Тота. Не доктор, а профессор Тота поет. Видите? А какой он клевый. Он очень верит в Бога, и, конечно, он говорит, что все в руках Божьих. Так, Винсент, унесем. Унесем перчаточки. Вот такой вам влог сделаю с утра. Глаза не продрал, а уже видео делает, скажете. Будете правы. Okay. You woke up early. Yeah, I know. Wow. Gotta it's so nice done. Outside. Yeah, it is. Very nice. Not cold today. Mm-mm. No. Oh, just did it again. That chainsaw like in what Universal Studios in Horror Night. Yeah. Yeah? Yes. But this is a real Universal Studio в этом в Хэллоуин. Они бегают на нас с пилами. Oh, Jesus. Что-то сломалось. This chainsaw has got some problems. Короче, взял пилу у друга, у Ларри. Но она не очень такая рабочая. Пошел, голубчик. Смотрю на канале у Танечки из Ирландии. У нее, смотрю, Малахов на канале. Посмотрите, сходите, очень интересно. Он разговаривает с ребятами, телемост устроил. И устроил этот телемост ее подружка, потому что она очень хорошо знает Малахова. И вот они там все сидят по разным комнатам в телемосте. Так что это вот Танечка наша. Celtic Wind. Ну, я знаю, что вы многие знаете Танечку. Зайдите, у нее очень интересное видео сегодня. Ну, вот видите, он рассказывает про себя. И у него ему задают вопросы там про его детство. Так, вообще вот этого нет нигде ни на каких каналах России или где-то. Это только у Тани на канале, кстати. Просто эксклюзивно Малахов рассказывает детям про себя. Такие очки у него огромные, кстати, что-то у Малахова, что такие очки. Такие модные, что ли? Как трудно найти людей, которые... Да, интересно, кстати. Буду сейчас продолжать. Мальчик, смотрите, вот вопрос задает. Конечно, давай. Давай вопрос.
Прийти к тебе печально? Нет. Пойди, уважаемый. Раньше я отвал даже две ложки сахара. Что-то про чай спрашивает. Так интересно. Любите ли вы чай? Ну, а это я с самого утра к вам пришла, хотя у вас уже вечер. У нас еще только утро, поэтому сейчас будем кофе пить. О, кстати, вот еще до сих пор у меня стоят. Да, вот, кстати, эти наборы у меня лежат. Здесь еще на кухне надо сейчас убирать, которые я купила в прошлый раз вместе с вами в Коско. Меня спрашивали, какой состав. Это микрофайбер. Да, но я прочитала про них отзывы очень хорошие. Это мягкий такой материал. Хороший, поэтому... Ну, вот я трогаю, да, хороший. Ну, вот купила, значит, два кинг и один в комнату в эту... Так его. В гостевую. Все, сейчас будем... Ой, у меня что дома делается? Винсент уже поел вот такие тарелки. Сейчас буду разбираться, все убирать. Ой, Винсент даже яйца оставил. Боже мой. Что-то тут жарил, готовил, пока я спала. Он меня обычно не будет. Я же принцесса, меня будет рано нельзя. А вы помните этот подарочек у меня от Лоры? Каждый день он стоит вот так. Один раз... Я поставила вот так, потому что была обижена на Винсента. Было такое. И Винсент на меня стал смеяться. Говорит, ты что делаешь? Я говорю, мы же с тобой поругались. Мы тут же помирились. Он подошел вот так и поставил. Он говорит, так красивее смотрится. Ну вот, Лора. Каждое утро я прохожу мимо него и вспоминаю тебя, дорогая. Моя Лора там работает каждый день на траке. Ездит, зарабатывает деньги. Конечно, это все тяжело, но зато... Зато все окупается, ничего страшного, они молодые, все, они это вытерпят, вот. Кстати, вот у меня спрашивали, а что за отраву тогда Винсент купил? Блин, а помните, вы говорите, не показала, вот называется Comet Beef Hash. Внутри там картошка с мясом, и он это что делает? Он утром это жарит, заливает яйцом, вот то, что он сделал сегодня утром и ест. Потому что он тогда показал, а все задавали вопрос, что это такое. Ну вот, это именно на завтрак американцы едят. Я считаю, что это отрава, просто отрава. Никогда в жизни я этого есть не буду. Вообще-то ощущение, что это корм для собак в такой банке.